по-русски. Не спеша, на слабом ходу. Попробуем загрузить большую машину на прицеп отдельно стоящий. Здесь также поднимаем стоечки. Машину где я заеду? Ставим на ручник. Страховки можно поставить под котлом. Опускаем опорное колесо. Ставим обратно транзитник. Готовим машину, надо подвинуть. Он немножко катится. Леш, подержи прицеп. Я сейчас отъеду. Поправьте это. Упор. Молодой человек. Молодой человек. Привет. Продолжение следует...
еще чуть вперед. Надо. Вес машины почти 2 тонны. А груз какая, интересная? Съезжаем обратно. Съезжаем. Колпачок нацепи назад. Эта фигня болтается такая. Сейчас на паузу нажму, да? Не-не, прям на видео можно. А, вот верхняя, да? Нет. Вот это. Я говорю, верхняя, ты говоришь, нет, он верхний квадрат здесь нарисован. Что, съезжаем? Показал, ты так и прям ехал. Вань! Да. Все. Значит, грузоподъем с прицепа 2650. На прицеп смотри. Ты иди туда. Поближе. Грузоподъем с прицеп 2650. Погрузочная высота здесь порядка 40 сантиметров. Как видите, прицеп двухосный. Имеет 3 тормозные системы. Рабочая, стояночная, вот, которая сейчас работает, и экстренная. Колеса здесь 14-е, усиленные цешки. Вот, в комплекте идет запасное колесо, лебедка, опорное колесо, задние опорные стойки, аппарели. Полная масса прицепа 3,5 тонны. Для управления данным прицепом необходима категория Е. Подвеска здесь резина жгутовая, немецкая фирма Alco Kober. Вот, в принципе, все, что мы хотели вам показать про прицеп для перевозки легковых автомобилей. Спасибо за внимание. До свидания.